1:38. Сохраняю видос. 1:38 макне уже. Смотрите, макнешка вольно вышивался. Все, идем спать, потому что завтра вставать в 7 утра. Собираться ехать на смену. Макне на учебу, так что все. Пока. Времечко 8:30. Я уже иду на остановку. Надеюсь, сегодня меня пропустят на охране, потому что я тут сегодня с 10. Проснулась где-то в 7:15. Доделала видео. Выставила его. Так хочу спать. Ладно, давайте встретимся в раздевалке. Или у охраны. Не знаю, у охраны может. Девчонки, время без 4:10. Я уже оделась, меня впустили. Тут такой жуть случилось. Мне звонит Диана. И у нее сегодня к первой паре было. В общем, помните, мы в Ленту ходили, там покупали вместе весы и вообще продукты, просто заходили в Ленту. Если вы смотрели мои дни, то, в общем, этой Ленты теперь нет, потому что она сегодня сгорела. И я не знаю, если у меня получится вставить кадры, которые Диана что-то там успела заснять, потому что там просто, там декасы, все пылало, 15 машин, как она сказала, воду берут уже с водоканала, выкачивают, и это ужасно. Надеюсь, там люди, никто не пострадал, потому что, ну, это просто ужасно. Это очень здоровая лента, она крупная считалась, одна из крупных лент. И я даже не представляю, как это все выглядит. Там, наверное, интернет уже, ДТП, СПБ уже... Много кто это видел, тем более весь мой колледж, потому что он находится буквально через дорогу. Это ужасно. А по поводу работы я уже хочу уйти, хотя я еще даже не вышла. У меня сегодня до 7. Беру с собой тетрадку, потому что сегодня 2 перерыва. Вот, которые я вчера заполняла. Буду учить, читать, хотя в автобусе немного читала. В общем, ладно, я пойду, потому что уже опаздываю. Девчонки, время 19:18. Я, конечно, выгляжу как дурачок с такой челкой, потому что она у меня разошлась от кепки. Но моя смена закончена, и мы сейчас пойдем в Леонардо. Вот, Макнехи докупить надо бисер. И я себе ленточку хочу купить, типа разделитель. Вот. Что-то сегодня было прикольное, но я забыла, что. Что-то было такое смешное прям. Ладно, пойдем. Время 21:15. Мы приехали домой. Вот, меня встретила Макнешка, и мы сходили в Диксон, который я покажу, что мы, ну, купили. Вот я купила вот эту штучку в Леонардо и больше ничего не покупала. А, в общем, держи. Рассказываю истории, которые произошли, ну, помимо того, что у нас сегодня Лента наша любимая нас покинула, но, как сказал мой друг, он со мной работает, он бывший пожарник, и у них вот эта компания, они еще, ну, как, общаются как-то. Ну, не бывший пожарник, их просто одну часть сократили полностью, все 1300 человек уволили. Вот. И, да, перед тем, как он пришел в Макдональдс. Летом, в общем, вот. Сказали, что вроде как подожгли, настоящая инфа, вроде как. Но я не могу это утверждать, потому что я не знаю. Да могут знать только те, если те, кто поджигает. Вот, собственно. Потом сказали, что никто не пострадал. Вот эта лента вся была застрахована. Макнешка еще видосы мне даст, да? Да. Наверное, если у меня получится вставить, то я вставлю видео. Там маленькие фрагменты, то, как она горела. Да. Вот. И так, что еще? Все, давайте о плохом больше не говорим. Давайте, я улыбаюсь, потому что я ржу над Макне, но не про видео, конечно. Да, мне да. Очень жалко, потому что ассоциации такие очень красивые, ну, хорошие были с этой ленты. Мы любили эту ленту, я и с родителями там была в этой ленте. Мы и начинали с этой ленты, я с первой... Все 2 курса я была в этой ленте, потому что по пути туда-обратно. 3-й курс была в ленте, и тут такое вот случилось. Все, ладно, забыли. Все, что, Макне?
Котлеты. Иди посмотри. Я быстро. У нас просто котлетки жарятся. Я пока покажу, что мы купили в Дикси тогда. Мы взяли, сегодня будет обжираловка, потому что я поела только вот чего, в 11:20, в 11:40 я покушала первый раз, а у нас оплачиваемый обед только один. И все, до 7 вечера, вот, нет, не до 7 вечера, вот сейчас 21:17, я ничего не кушала. Ну, мне еще понравилось, что вы все говорите, что у меня какой-то голос милый, но я наоборот думаю, что он у меня такой грубый, прям такой жесткий, а еще у меня так с хрипотцой сегодня, я на выдаче стояла и просто через хрипела, можно так сказать. Мы купили, смотрите, шпротки, вот. Будто жарится здесь. Котлетки, вот 4 штучки. Ты упаковку уже выкинул, да? Да. Я сейчас все равно покажу. Вот, вот эти. Мы не знаем, вкусные или нет, первый раз взяли. Вот, мы их будем кушать с батоном. Сейчас они будут остывать. Потом мы взяли вот такие фисташки. Семечки вот такие. Потом вот такое сдоба. Она с лимончиком. Это все к чаю. Здесь Яшкино. Это очень вкусные вафли. Прям обалденные. Да, вафли, все правильно. Так, путасу с соломкой. Я ни разу такие не пробовала. Мы, по-моему, ели. С соломкой мы не ели ни разу. С соломкой мы ни разу не ели. А путасу только такое бывает. Тогда я не ела, значит, ты ела сама. Нет, я сама. Тут кальмарчик. Нет, я вот это, ты мне вот это давала. Значит, я с мамой ела. Может быть. Наверное. И ставритка. Вот. Сушеный вяленый. И здесь... Давай, макни. На. Разборка пошла сразу. А, покажи свою работу. Макне тут даром времени терял. Сколько у тебя пар было? В 4 я была в комнате, но пока покушала, я села где-то в 5:30. Короче, смотрите. Иду. 7:30, наверное, где-то. И как у меня продвигаются дела? Еще надо Катьке будет линзы отправить, так что мы скоро на почту пойдем. В общем, смотрите, в Диксе... где приправы? Мы еще взяли две приправы, там для курицы они обычные, и там дают прилипалу. Я хотела вообще космо-ёжика взять, но там сказали, типа, они вот так закрытые, поэтому давайте посмотрим, что у меня попалось. А у меня попался не космо-ёжик. Кто это? Хрень какая-то. Вот. Они такие маленькие, я думаю, они намного больше. Коала какая-то. Коала, да. Он пока будет у Макне на компе, а потом я к себе заберу. В общем, что по историям у меня сегодня? Во-первых, нас снимали сегодня 3 девочки. Просто мы стояли на выдаче, мы там бегали, они снимали нас на телефон. Их, естественно, наругали, потому что, ну, типа, снимать сотрудников нельзя. Это как бы мы же тоже люди, мы же не в зоопарке работаем. Потом был ситуэйшн... Какой, Макне? Чек. Телефон. Чек потом, чек самое интересное. Телефон. У нас девчонки разбили полностью телефон в подсобке. Типа там, где мы кушаем... Ты микрофон не закрыла? Нет. Там, где мы кушаем, девчонки, мы ставим телефоны, некоторые складывают в сейф, а то, что на диванчике, видимо, кто-то уронил. Но это признался уже кто-то, там была записка, типа, такой-то номер уронил телефон и тому подобное, там будут возмещать ущерб, потому что экран разбит вдребезги. Я не знаю, как так можно было уронить, но, видимо, что-то случилось не так. Макне, можно пару минут? Всё. Вот, и там задняя панель отогнута, и, да, вот так вот выгнута, и даже вылетевшая это, батарея. Вот, так что, ну, видимо, упал хорошо, потому что разбит не только верхняя часть экрана, но и под экраном. Короче, он полностью, всё. Да, разбит. Вот, так что, ну, человек сознался, все хорошо, там еще по камерам посмотрят, что да как, потому что у нас камеры везде, собственно говоря, в Макдональдсе. Ну, это не удивительно. По поводу чека. Принесли чек, я стою на выдаче как раз, приходит мальчик. И до этого момента, где-то за минут 20, мы выдаем такой же заказ, причем я выдаю его с менеджером,
И мы проверяем, потому что с менеджером, потому что она подошла и, ну, как бы собирала она, и мы его выдали. То есть в голове, да, я помню, что я выдаю, хотя бы примерно, да, позицию запоминаю. И тут приносит чек, а мальчик говорит, а долго я буду ждать заказ? Я смотрю по номерам, у меня в табло нету такого, на табло у меня, и на первой выдаче такого нету. Я говорю, у тебя был такой заказ? Типа, нет, не было. Я кричу менеджеру, зову Максима, тоже менеджер наш, менеджер прилавка, и он такой говорит, берет чек и спрашивает парням лет, одному лет 16, второму лет 13. И он так смотрит на чек, что-то отошел с чеком, потом подходит к парням и говорит, а, ребят, вы ждете заказ 40 минут, и вы только сейчас подошли? Типа, вы только сейчас подошли? Потом Света посмотрела чек, типа, я вспоминаю, что мы вроде отдавали такой заказ, и все те, кто на экспедиторах стояли, они собирали этот заказ, и когда отдавали на сборку, то есть заказ такой был, то есть как бы хотели обмануть, но тут не получилось. И самое смешное, он потом дает нам другой чек и спрашивает, а этот уже готов? Но он дает тот чек, который дается экспедитору и сборщику. То есть не тот, который выдают вам на кассе или в кассовом аппарате, а тот, который дается нам. Он там, ну как, без цены, без всего, просто перечень того, что должно быть на подносе. И Макс такой говорит, типа, это вообще не ваш чек. Они такие просто разворачиваются и уходят. Так что, ребят, не все маки тупые, мы все это проверяем, нас очень трудно запутать, конечно, возможно, в силу вашей невоспитанности, потому что мы всех не помним, и некоторые есть моменты, когда приходят, и при мне такое несколько раз было, что человеку я выдаю заказ, стоя на выдаче, и я вижу, что я положила все. Но потом человек все равно возвращается и говорит, что типа, мол, стандартной картошки нету. Это уже не этикет, и, ну, некрасиво, потому что я же знаю, что у вас там лежит картошка, но мы в правилах не можем отказать клиенту, если он говорит чек, показывает чек и говорит, что его нету, мы не можем ему не отдать, мы все равно ему отдадим. Но это уже на вашу совесть, пусть там те, кто так делают, у вас все встанет поперек горла, потому что у нас уходит это все в минус. Как бы проблемы у ресторана. Ну, а зато у вас лишняя картошка. Но это чисто обращение было от работника ресторана к тем, кто бессовестный человек. И не надо так делать. Вот не надо. Не надо. И кока-колу лишнюю брать не надо. Потому что вот вы возьмете лишнюю кока-колу, там, среднюю, а уже кому-то не достанется. И это уже пойдет кубарем на того, кто стоит на напитках. То есть на напитках он, мол, не сделал, мол, плохой и тому подобное. Там выговор, отчетность, пиши объяснительную и тому подобное. Зачем? Плохие КЛН, это зарплата ниже. Зачем портить человеку рабочее место, если он знает отвечать за то, что он сделал? Все. Меня немножко бомбануло, поэтому, ну пусть это будет здесь, я хотела, чтобы это здесь было, вот. Так, что еще я хотела рассказать? Что ты еще хотела? Два. Нас еще стебут там с Вовой, как обычно, типа, что мы там встречаемся, что у нас любовь и тому подобное, хотя мы вообще не общаемся, кроме работы. Не, ну, иногда ВКонтакте мы... Короче, нас еще продолжают стебать с Вовой постоянно, типа, мол, у нас любовь, шуры-мур, что мы встречаемся, хотя у нас там, ну, Вове 18, мне 20. Камон, ребят, мне нравятся, которые постарше, мне не нравятся, которые помладше. Ну что такое, почему так издеваются над моей, надо мной, над моей совестью? Я ничего плохого не делаю детям. Не, ну реально. Но мы все равно поддерживаем этот момент. Мы типа, да, я люблю Вову, типа, все у нас хорошо, круто, Вова там, давай, женский вперед, Вов, ты сможешь, Вова поднес, как-то с подносом надо было помочь. Два подноса было у человека, и типа некоторые с
со сборки могут поднести поднос человеку. И я подносила сегодня поднос. В общем, и Вова как-то уронил коктейль. Я такая: Вова, все в твоих руках. Типа, давай, давай, круто, круто. А, и если что-то я там спрошу про Вову, все начинается у менеджеров, там, у Макса, у Светы, еще у кого-то, у Наташи. Типа, да мы не трогаем твоего Вову. Типа, я говорю, а что, Вова пришел? Типа, ну просто интересно. Типа, что такого? Просто чисто ради интереса. Он такой: ой, все, заревновала, да не ревнуй ты, не ревнуй. Я такая: мы с Вовой поговорим. Вот, мы помимо работы с Вовой разговариваем там, не знаю, очень-очень-очень редко. Там, не знаю даже где. WhatsApp. WhatsApp, да. У нас есть группа целая, маковская. Вот пару слов, все. То есть вне работы мы не общаемся. Еще ко мне сегодня пришли две клуши с моей группы. Ну, одна с моей группы, а другая с другой группы. И они такие стоят около терминала, они меня не видели. Я говорю, ну, я была на сборке, это было только день. Ну, народу не было, где-то было 11, ну, 10:30 где-то. А, потому что ТРК в 10 открывается, и он, типа, только-только начал народ собираться. И они такие стоят около терминала. Я говорю: девушки, девушки, они меня не слышат. Мужчина, который уже с чеком стоит, он такой: девушки! Они так поворачиваются. А я такая смотрю, и я такая: блин, говорите или не говорите? Типа, мужик-то позвал, думает, что я что-то хочу сказать важное. И я такая: мы вас не обслуживаем! Они такие: о-о-о-о, типа, это ты, а-а-а. Вот так вот стояли, прям вот так на меня глазами тыкали, типа, нифига себе, она работает, ого, вот типа вот так вот. Потом сели напротив меня и наблюдали за мной. Я такая думаю, ну блин, типа серьезно. Потом я опять голову подняла. Мне как бы некогда, я там ношусь с этими подносами. А я подняла голову, они такие: я такая: я хотела наклейку, но там уже было столько народу, поэтому мне было даже не надо на наклейку. В общем, сейчас мы все разложим тут и вернемся. Да, Мак? Да. Да, все, запомните это вот так. А, показать? Да, вот. В несобранном состоянии. Сейчас угу. Я придумаю. Стол накроем, короче. Угу. Короче, у нас будет батон с килькой, шаспротами, мазик, потом по две булочки, фисташки, по четыре вафли, тут рыбы, сейчас мы еще чай поставим, тут семки, два бутерброда, все, больше ничего нет. Конфеты еще. Конфеты. Потом достанем. А, да. Мы забыли совсем. И по мандаринке, во. Как размером с апельсинку. Да. Так что ставим чайник. Все. Все в порядке. Все. 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 Сейчас будет закипать. Мы будем. И у нас, кстати, зверопой качается. Потому что я сегодня, когда кушала, у меня на фоне играл в подсобке зверопой. И еще какой-то в этот. Вампир играл. Монстры на каникулах. Во. Тоже клевый мультик. Очень редко смотрю мультики, но метко. Вот, так что приятненького аппетита, если вы кушаете. А, и, кстати, Катя вернулась с работы. Приятного! Ням-н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 ям. Мы тут решили все-таки прерваться. И это... Кушали-кушали, не докушали, смотрели Зверополис. И вот сейчас я хочу как раз показать вот эти кусочки, которые Диана сняла. Идя на учебу. Это который 17 секунд. Просто жутко от того, то, что мы там ходили, там, не знаю, смеялись, прикалывались. Идёшь, и пепел просто, да. Столько пепла падало. Так, фотографии там, ну что там по фотографиям там? А, что, как что? Ты с электрички вот. Вышла. Это первый... Что лента горит. Ещё не понимаю, что происходит. Угу. Ну, там тоже фотография, угу. Какой столб дыма. И вот видео тут в интернете уже есть.
Давайте посмотрим. Жутко оно, правда. У меня еще этот фотоаппарат разрядился. Оно со звуком. Не, ну если вдуматься, да? Да я говорю. Что вот мы там все сколько. Да каждый день. Каждый я вчера день была там утром. Я была вчера там утром. Булочку покупала. А теперь неизвестно, когда это все остановится. Это очень. Это разобрать. Года. Года? Конечно. А кто зимой тебе начнет свои ставить? У нас тротуар зимой клали. Второму кладу зиму. Хотя это они это пока... очень долго. Ну, пока да, разберут, увезут, зачистят. Это очень много работы, очень много денег, наверное, надо. Да. Хотя страховка у них есть. Жуть. Только каждое утро заходили практически. Так каждое утро и заходили. Да, даже если не заходили, проходили. Она да. Вот... А, уже не будет, да, кадров? Там, где мы идем. Что будет. Как раз таки я вчера заметила, что поставили новый банкомат для Сбербанка. Ну, ужасно. Один заменили. Ну, новый. Разрядился. Все. 23:44. Вот я на завтра приготовили шматье, которое надо будет погладить. Все, ложимся спать. Сегодня день ни о чем, так что макняй спокойной ночи. Ага. Пока, ну, пока.